Это новый V8 Vantage. Причем он вовсе не уродливый. Сомневаюсь насчет цвета. Если бы ваша моча была такой, вы бы позвонили врачу. Но сама форма потрясающая. Это одна из машин суперзвезд, оставляющих шлейф из отпавших челюстей и вспышек телефонов. И поскольку это самый маленький, самый резвый, самый спортивный в линейке Aston автомобиль, он еще и быстрый. Разгон до сотни за 3,5 секунды. «911 Carrera» вас не опозорит. Максималка 314 километров в час. Но есть нюанс. Астоны всегда были красивы и быстры на прямых. Но это самое легкое при разработке спорткара. Часто в прошлом именно их глубинные качества, невидимые глазу, оставляли желать лучшего. Дело в том, что у компании никогда не было столько денег и рабочей силы, как у Porsche или Ferrari, и это чувствовалось по автомобилям. Они не казались качественными или хорошо продуманными по сравнению с конкурентами. А значит, клиентам компании в основном были люди, слушающие сердце, а не разум. Потому что сердце говорит: «Я хочу Aston». Даже когда разум говорит: «Дверь нормально не закрывается». Но сейчас 2018-й. Красоты и скорости недостаточно, если от машины что-то отваливается. Автомобиль не может быть приятным при вождении для Астона. И не может быть хорошо собранным для Астона. Он должен быть хорошим, и точка. Давайте начнем с салона, по которому сразу же можно понять, были ли срезаны какие-то углы. И у меня для вас хорошие новости. Все, что вы видите, новое. Это не остатки от прежней модели. И на первый взгляд все собрано качественно. Как и положено для машины, стоящей 121 тысячу фунтов. Если нажать на кнопку регулировки высоты, кресло опускается до самого низкого положения из всех машин, в которых я сидел. Я, конечно, невысокого роста, но это и впрямь низко. Чувствую себя семилеткой. Далее двигатель. Это 4-литровый V8. Двойной турбонаддув. Мощность 510 лошадиных сил. И он немецкий. Производство отделения AMG компании Mercedes. Да, это заставляет сторонников Брексита поперхнуться своим настоящим элем. Но взгляните с другой стороны. Зачем тратить деньги, которых у вас нет, на разработку хорошего двигателя, если можно купить отличный? К тому же здесь есть табличка, на которой написано: «Двигатель проверен кем-то из Aston Martin». Видимо, чтобы убедиться, что эти небрежные немцы-инженеры все сделали как положено. Но хотя у Vantage легкие от Мерседеса, инженеры попытались придать ему голос Астона. Да, в AMG движок не издает таких звуков. В Мерси не басит. Aston Martin добавила ему британского рыка. Итак, он красив, быстр, певуч и хорошо собран. Но теперь главная проверка. Как новый Vantage справляется с поворотами? На бумаге все выглядит многообещающе. У автомобиля новое шасси, укороченная версия шасси DB11. И это первый Aston Martin, оборудованный электронным дифференциалом. Дорогим, но очень ценным оружием. Давайте узнаем, что почем. Да, работает.
Он контролирует свою мощь, без сомнений. Автомобиль настроен инженером, ранее занимавшимся подвесками в «Лотусе». И это заметно. Ощущение потрясающее. Он себе цену знает. Здесь нет мягкого режима гран-туризма, как в DB11. Начальный режим — это спорт. Далее спорт плюс и трек. Вот что мне нужно от спорткара. Я не хочу мягких настроек. Да, потрясающе. Разумеется, это по-прежнему автомобиль маленькой британской компании, поэтому без проблем не обошлось. Обзор не самый лучший. Я, сидя внизу, словно пытаюсь вести машину из глубины переполненного лифта. Бардачка нет. Мне не нравятся звуки поворотников. Напоминает синтезатор Casio 80-х годов. И слишком много искусственной замши. Новый автомобиль еще ничего, но купить подержанный все равно, что пользоваться чужой мочалкой. И все же, на самом деле, это лишь мелкие придирки.